А я спрыгнул. И всем привет, дорогие зрители, с вами Вазулевша, и это вторая серия. Да, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, и меня убивают здесь внизу. Я горю. Прошлая серия кончилась на том, что мы забрались сюда, и тут армия зомби просто дохнет. Дохнет от огня. А что-то они куда... Они что-то знают, они куда-то ушли. Потому куда что они это ушли? Я их веду. Ой, ёпарасоте. Тех... А где отхилился? Так у меня уже вон 300 к здоровья. У меня есть печеная картошка. Не, у тебя было 10 хп, потом стало 23. Я съел печеную картошку. Она же не дает хп. Дает. О, стаки. Так, короче, пошли. Как-то надо дом строить из чего-то. Ой. Буф. Так, ну, надо рубить. Из чего будем дом-то строить? Из камня, из жареного камня, обожженного. Зачем его что, жарить? Крепче? Он да. Не крепче. Тут это не раст. Ну, вообще-то, если камень тут обжечь в печке, он становится не булыжником, а камнем. И что? И он крепче. А кто его собирается ломать? Бомби. А где будем строить? В зимнем? Пошли в зимний. Или куда? Не знаю, в джунгли. О, я ваншотнул курицу. Овец надо, кровать. Кровать. Овец. О, я уголь нашел, уже есть уголька немного. А я вижу кое-что охеренное. Например? Иди за мной. А где ты? Сейчас, подожди. Я, да и, подожди, я уголь соберу, нам уголь нужен будет. А, еще вот тростничочек. Что, ты песок увидел? Нет. А впереди. Чё? Деревня? Нет. А чё? Вот, смотри. Там у нас... Френлайт, спасибо тебе большое за фоллоу. Что ты там увидел? Во! Да подожди, вот, так я уголь собираю, нам уголь по-любому нужен. Как ни крути, так что углем да надо запастись. Я нашел такое место, где его должно быть завались. Ты нашел каньон большой? Огромный. Так, ну, во всяком случае, уголь нам понадобится, потому что у нас сборка Industrial Craft, как я уже говорил раньше, нам... Нужно будет много-много-много энергии. Вообще, эту надо каменную сделать. И походу я знаю, где у меня будет дом. Так. Блин, там, слушай, давай вернемся в этот... или ты один вернись в ту башню, там в эндер-сундуке остались шмотки. А, нет, эндер-сундук, только я ж могу открыть этот, точно. Он для каждого свой уникальный. Блин, мне надо возвращаться. Так, блин, топор каменный рубит по 5 часов. Ты же не забыл, да, что у нас три капитейтера, можно под корень дерева срубить сразу? Странно. Чё, не работает? Нет. А ты какой таким топором пытаешься? Деревянным. А ты в курсе, что деревянный топор, он только выделяет область, он не рубит? Лол, а как... А, точно. Только каменным. Ну чё, зашибись. Так, щас. И деревянный топор, он же только для привата нужен. Он дается тебе, если ты пропишешь двойной слэш ванд. Ой, а что, зомби где-то тут лазит? Почему у меня в таргет взялся зомби какой-то? Все, у меня кирка кончилась. Палок у меня нет, у меня верстака нет, ничего нет. Надо возвращаться туда. Ща надо раздобыть. Так, а где та вышка? Вот она. Фак. Ай. Вытащи меня! А ты где? Вытащи, я в яму упала, у меня нет ни кирки, ничего. А, нет, по сути, я могу же глину сломать, все, не надо, я вылезаю. Я просто тут в жопе, я в том каньоне. А нафига ты туда один полез? Сейчас сдохнешь там. Да там негде сдыхать, тут охеренный ландшафт просто. Думаешь? Как ты, я думаю, если я уже там.
Блин, где вход? Так. А у меня места не хватит на все, что там лежит. Ты мне по-любому нужен, чтобы забрать те шмотки. Тут полно всего. Очень Ой. много. Меня чуть гравием не засыпало. Так. Ой! Так, ну Сколько это мне не хлопот надо. наделал. Бумага, светильники. Ну, блин, книги с палками нужны так-то. Что можно выкинуть, 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 выкинуть? Миски, нам не нужны миски. Ну, можно в них срать. Потратишь кусочек дерева, посрешь. Ну, миску насрал и выкинул. А нам еще, ну блин, вот эти шерсть. Нет, нужна на кровати шерсть. Ладно, деревянную лопату выкину, палки. А я могу, по сути, сделать сейчас вот так. Так. Вот так. Стрела одна не нужна. Да не нужна, я сказал. Супер ненужная стрела. Так, ну, короче, вот так. У меня полный инвентарь за... Блин, а мне же надо этот верстак еще забрать. Че не надо, че не надо, че не надо. Ладно, я съем курятину, чтобы она не занимала мне место. Так, и теперь раздолбать верстак. Раздолбать верстак, забрать, и все, я иду к тебе. В какой ты стране? Где ты? Ну я же на карте есть. Я тебя не вижу, я далеко от тебя. Юг, север, восток от башни. Я не знаю. Ну, блин, от зимнего биома. Я в зимнем биоме. В зимнем? Окей, я иду. На границе зимнего биома. Блин, я отравился сырой курицей. Фак. Охеренно. Ты на границе зимнего биома? Да. Я тебя не вижу. На границе с какой стороны? С чем? А как открыть карту в полный размер? X. И Z уменьшает и отдаляет, ну, делает, короче, масштаб Z. А, все, вижу тебя, вижу, вижу, вижу тебя. И что, вода? Куча воды. Вот, смотри вперед. Это, мне кажется, баг генерации какой-то. Видишь, в воздухе какашка висит. Ну и что? На этой какашке я построю дом. А почему все черное? Это тень? А и там скелет ходит. А это что такое там? А это уголь, там кусок угля. Это баг генерации, походу. Это пещера, которая сгенерировалась только внутри. Так, мне надо Блин, пожрать. офигеть, как тут круто. Капец. Пошли в зимнем биоме жить или нет? Ну, Или гоу. пошли куда-нибудь вообще подальше, в жопу, прям. О, корова, слышь, го, коров, Коровятина сейчас. херачить, херачить, нам жрать надо будет. А слышь, я А-а-а. мясо не могу подобрать, чё выкинуть, чё выкинуть? Еще Палку одну, подберу. я палку выкинул. Ладно, подобрал. Так, а чё, поплывем? Ну, поплыли. Нам надо лодка? Или Нам чё? надо лодка. Нам лодка надо, да? Да, лодка надо нам. Лодка надо, вот верстак есть, у тебя дерево есть? Лол, два верстака поставили. У меня дерева хватит. А, ну я себе лодку сделал, а ты себе сделай. Так, лодка. Поплыли! Ща я тут. Нихера я плыву, смотри, с какой скоростью я плыву. Лол, тут А, не разбиться. нет! Да, сука, она неуправляемая. Сделай мне лодка. Да, она, я уже сделал. А мне? Сделал? Да. А мне надо что-то выкинуть. У тебя есть один кусок шерсти? Да, вроде. Именно кусок, не ковер, а кусок есть? Да. Дай мне. Да, я бы дал, только не знаю, как остановиться. А где ты? Блин, ты сейчас разобьешься. Блин. А скинь ее просто, скинь.
О, все, я сделаю. А, хотя, блин, я же кровать. У тебя есть свободное место, да? В лодке? Нет. В этом. Да Но в ёшкин. инвентаре есть. Сейчас я тебе кровать сделаю. А, хотя все, у меня место сэкономилось от шерсти, все. Так, все, ща я поплыву. Где у меня лодка? Это вот она. Все, поплыли. Столкнемся Нахера? А куда мы плывем? куда-нибудь. Ой, ой. Зашибись. Что это было? А почему ты разбился, а я нет? Я не знаю. Молодец. Я предлагаю поставить кровать и сейчас поспать. Да, не получится, я думаю. Почему? Потому что зомби наспавнится, и когда рядом монстры, нельзя Так вот дрыхнуть. сейчас, пока они не наспавнились, надо это. Хватит мне наушники грызть. Все, спи быстрей. А мне не на чем. А, тут Лол. А поставил. там написано Bed Spawn Set. А ты лег? Лол. Во, все, норм. И Что-то забагалось. что-то не спится. Все, ляж, ляж, ляж. Ты улегся? Да, у меня экран затемняется. О, зашибись. Все, собирай свою кровать. И давай, что, опять лодки Ну будем давай опять строить? лодки. А у тебя дерево есть? Есть у меня стак дерева. Окей, делай лодки. Две штуки. И поплыли далеко, 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 далеко. На лодку. Ой! Блин, какого хера я ее выкинул? Только главное не столкнуться. Так что дистанцию держи. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш. А, не понял. Какого хрена она у меня просто так сломалась? Да ты достал Сейчас. ломаться. Я не знаю, она у меня почему-то просто так берет и разваливается. И делай сразу 100 штук. Ну, типа, плывем. Плывем. Да, капец, вообще не видно, слушай. Интересно, откуда берутся 52 предмета на земле, и которые мод, ну, плагин очищает, чтобы они не валялись, не лагали. Ну, не знаю, зомбаки дохнут, сгорают, с них выпадает что-то. И с них столько много всего выпадает. Да. Да, что-то спавнится только дно, а суши нету. Днище спавнится. Да уйди, отстань. Да отстань от меня. О, суша, Фараон суша, грядет. суша, суша, суша. Шуса. Это что, болото, что ли? Походу. Да, я что-то не хочу в болоте жить. Погнали дальше. А там песок, по-моему. Или нет? Или да. Тут какие-то прям острова. Слушай, тут тупик, по-моему, нет? Ой, да какого хрена? Да ты чё опять-то? Ты лаганул сквозь меня, проплыл, у меня сломалась лодка. Лол. А там, кстати говоря, песок. А я не могу вырулить. Я сейчас упаду. Лол. Прикинь, я врезался в сушу, и у меня лодка не сломалась. Так, а чё тут есть? О, слышь, там гивеи вот эти вот, херовины. Их Надо собрать. надо собрать. Это каучук или не каучук? Как там у них? Чу как? Так, я лодку, кстати говоря, сохранил свою, у меня лодка осталась. Так, а вопрос, куда она делась? Она должна была выпасть, целенькая, алло. Куда она делась? Пошли, у тебя же дерево есть, сделай краники.
чтобы собрать эту херню. А как вылезти с лодки? Alt. Так или я сделаю. По сути, мне должно дерево хватить. Кувшинки не нужны. Так, он делается вот так. Сейчас краник Не сделаю. так. А вот, все, я сделал. О! Собрал первую. Надо еще ростки этих деревьев собрать. Гивея. Гивея. Ой, я взял уже один росток. А у меня нет места. Мне надо эту херню выкинуть. Так, ну надо еще собрать. И где-то должна быть еще. А, вот, один саженец выпал. Что-то нету этих фиговин-то, где они? Странно, не саженцев мало и этих мало. Резины, смолы выступило с них. Ну, так. Хардкор же. Лол, смотри, тут могила. Зомби умер. Сейчас раздолблю. Лол, и правда зомби умер, косточка и мясо гнилое. Так, это тоже же гивей, правильно, да? О, корова. Еще мяско будет сейчас. А я мясо не могу подобрать, да фак. Ой, что выкинуть-то, блин. Так, дубовая листва. Блин, мне выкинуть нечего, мне надо что-то это делать. Все съесть. Собери мясо, вот тут валяется. Где? Иди ко мне, ко мне, ко мне. Вот кусок мяса валяется. Мясокус? Да вот, а я вот, тоже не могу вот. Вот мясо кусок. Вот, собрал. Так, у тебя сколько саженцев гивей? Один. Что-то они не падают. Так, ну пошли. Вон, смотри, песок. В песчаном будем жить? Ну давай. Мне вообще... По сути, все равно. Что-то мы у нас... О, смотри, еще один данж такой же. Надо это, печку построить, мясо пожарить. У меня есть печка. Так ставь. Прям тут? Прям тут. Ну, прям тут. А то я сейчас умру. А я не Че защищен магией? Блин, это надо тебе это... Как-то дать тебе права. C-модифи. А как мне C модифи? Все. Ну-ка. А, да, во. Так, так, ну это же приват, чтобы другие не лазили. Специально сервер создан для игры, чтобы тут играло много народу. Тут как двигать дома поршнями из приватной зоны. Не получится. Так, чё, куда... А вообще, по сути, в песочном биоме у тебя расти ничего не будет. Будет. Надо землю ставить вместо песка. Ну и что? Сделаем тут оазис. О, смотри, 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 что я нашел. Смотри, сейчас смотри, смотри. Ем. Быстрее иди сюда. Смотри, что я нашел сейчас. Как выпадет. Как выпадет. Какой блок? Как выпадет крипер, который взорвет нас к херам. Ломаю? Стань, стань подальше лучше, а то вместе со мной взорвешься. Ну давай. Что это? Это крипер?
Нет, это маск, ее по сути можно сделать вот так. Лол. Ну сейчас Слышь? надо. Чё? А чё ты все так залагало? Сейчас надо это еще кактусы собрать, потом надо их вырастить А вот и изгородь сделать. статуя жителя есть. Ломать ее и не ломать, хз. Пусть для красоты стоит, тогда не А буду может с ее нее ломать. что-то выпадет? Ну хз, чё ломать? Давай сломаем. Я бы для красоты ее поставил. А вдруг с нее выпадет Да что-то? не выпадет, по сути. Давай не ломать. Не выпадет ничего, я в принципе. Гоус, обшарим данж. Опять Посмотрим. сдохнем там. Ну зачем наверху просто? Тут опять штаны будут зачарованные какие-нибудь. О, кроватка, уголечек. У нас же две кровати есть. Штаны. Так, Ну-ка. это скучно. Рыбка. Ну, по сути, все. Яблочко. Так, давай на этом серию закончим. Ну, давай. В общем, всем спасибо за просмотр. Да, подписывайтесь на канал и смотрите нас дальше. Да, в моей группе ВК расписание стримов есть. Я всегда записываю со стримов. Вы можете посмотреть еще игру эту. До того, как она будет залить на канал, на стриме самом. Ну что ж, всем спасибо, всем Всем пока! пока-пока.